Я Алякина Елена. Я приглашаю вас на мой открытый вебинар «Мужчина и женщина. Семья и свобода». Мой вебинар не только для девочек и женщин, но в равной степени и для мальчиков и мужчин. Мужчина и женщина – это вечный вопрос отношений. Это всегда на гребне волны. Это всегда актуально. Какой он, сильный мужчина? Почему женщина слабая? Почему всегда их разделяют, и они настолько разные, что про мужчин говорят, что они с Марса, а про женщин, что они с Венеры? Как они могут жить вместе, создавая одну семью? Как в этой семье они могут быть гармонично счастливыми? Зависимый или свободный? Нужны ли отношения вообще? В чем смысл создания семьи? Эти вопросы поднимались во все времена, всеми религиями, и все хотят знать ответ. Они ссорятся и мирятся, учатся принимать друг друга и расстаются. На вебинаре вы получите ответы на многие вопросы, в том числе на такие, как: по каким правилам строятся гармоничные отношения мужчины и женщины? Нужна ли свобода в семье? И в чем нужна свобода в семье? Как пользоваться свободой в семье? Что дают человеку семейные отношения? Нужна ли семья мужчине и женщине? Зачем? Женщина и мужчина. В чем их ролевые отличия? Женщина – богиня или королева? Что такое сильный мужчина и слабая женщина? И многие другие вопросы. Рядом с этим видео заполните форму и запишитесь в качестве участника вебинара. С праздником вас! До встречи на вебинаре!